Am avut un vis încă de mai mulți ani, când ne-am aranjat cu traiul aici, că cineva trebuie să vadă locurile astea. Un crocodil care mă apără. Mănânc toți care vin cu dușmanie. Când am venit prima dată în 73 și am băut apă din izvorul acela, dar este o legendă, că cine bea apă din izvorul cel central, de acolo rămâne ori în sat, ori mai vine, se întoarce, nu numai odată, dar de multe, multe, multe ori. Și așa s-a întâmplat și cu mine. Ia cam 50 de ani de când eu sunt aici. Ne-am construit, am venit aici și era ca așa pietri și dealul acela era numai pietri, nu erau copaci, asta au crescut am un timp ăsta. Eu, ia ca să hazeaică Miednei Gări, ia ca aici. Și nu am vrut să ies din sat și nu am vrut să mă duc, am venit aici, mai mult m-am zis, pietr cu pietr, pietr cu pietr, pietr cu pietr, am pus una pe stealdă, una pe stealdă. Cu greu. Și i-am pus numirii, aici locuiește dragostea. În casa asta mică, frumoasă, nu frumoasă, dar i-am spus că aici locuiește dragostea. Îmi place satul, îl iubesc la nebunie. Satul cu locuitorii, cu natura, cu tot ce ne-a dăruit Dumnezeu, cu apa, cu tot. Și vreau să fac ceva pentru sat, să rămâie ceva o amintire de urmă. Село Строенце богато родниками. У нас есть родники Теплица, семь братьев. У нас есть родник Мазгана, у нас есть родник Желанный. У нас есть еще больше родников, но они не имеют названия. Есть родник Извораж. У нас вода очень, как говорят старожилы, целебная. У нас люди пили эту воду для того, чтобы излечили какие-то болезни. Но всегда эту воду, когда пили, с верой пили. Витгенштейн – это великий русский полководец. Сначала витгенштейны приобрели Каменку, свое имение имели. Потом, когда он выезжал на прогулку, он увидел Строенце, что это Строенце как миниатюра Каменки. Имеет три расположения, три крыла, она маленькая. Когда они приобрели Каменку, они посадили виноградники, террасы там построили, посадили виноградники, и он понял, что тут тоже можно посадить тот же виноград. На этом месте есть очень большие камни. За день эти камни нагревались на солнце, а ночью подавали тепло этому винограду. У него в семье было семеро детей. У них было шестеро мальчиков, одна девочка. Они очень любили свою дочь и подарили Строенце своей дочери Эмилии Зиновьевой. Эмилия Зиновьева в честь отца соорудила башню ветров. У нас сегодня башня ветров находится в аварийном состоянии. В одну колонну попала молния и рассекла одну колонну. После дочери Эмилии Строенце принадлежала внучке Витгенштейна, Марии. Мария, она построила уже беседку графини. И она приезжала в Строенце только когда созревал виноград. И инка и фербинти. Шамуша сорпет, шасы инчеркац. Галуси лянчерт. Vreau să-l luați așa fierbinte, să gustați orele și pălămânile și pe urmă. Am avut un vis încă de mai mulți ani, când ne-am aranjat cu traiul aici, că cineva trebuie să vadă locurile astea. N-am văzut atâtea izvoare, atâtea pietre, scări, tot, și Nistru, apoi am fost foarte fericită, foarte fericită, că am foarte mulți verișori, verișoare și când vin aici, ei vin și se odihnesc și nu ne trebuie să ducem psihotare. Noi venim aici, ne odihnim, ne liniștim. Locurile astea sunt foarte de făcut ceva așa simplu, care se bucure ochiul și dacă mai vezi așa și mai mănânci o bucățică de pâine la masa aceea cu dragoste. Село Строенце – это село, молдавское село. Оно
произошло от слова «сетраеш», «строенцы», «сетраеш», «чтоб жили», «чтоб здравствовали». Село Строенцы было богато винами, и они были очень вкусные. И они, когда зваляли друг до друга, они говорили, «чтоб жили Софии Санетос», «Софии Букурос», «Детуатси». У нас по правому берегу Днестра у нас есть села Тарасово, села Куратур и село Пояна, которые мы знаем. У нас с села Строенцы есть много, которые вышли замуж, женились парни на той стороне. Они всегда встречались и сегодня то же самое встречаются, ходят в гости друг к другу. Они не оставляют сестры, братья, все равно родные. Кто находится на правом или кто находится на левом. Кровь не вода, и все, что есть, это одно целое.